There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. Так, в центральной части города все парковки заняты. Мы не могли, не знали, где стоять машину. Мы приехали сюда чуть-чуть в стороне. Вот там вот за этим домом, там у меня моя автошкола, в которой я учусь, которую я до сих пор еще не закончила. Сейчас мы здесь оставим нашу машину и пойдем немножко. Тут эра оккупата, я вис тон центру. Это Антофьера. Пошли смотреть праздник. Мы сейчас, наверное, придем на базар. Я первым делом себе какие-то очки куплю. Блин. Ну, какие дешевенькие, потому что я не могу без очков, когда солнце. У меня сильно это самое... Глаза, да, бля, я не могу без... Даже зимой, когда вот мороз и солнце, я не могу, у меня до очки. Пошли так. Это же весь год. А? Весь год. Что? Весь год хожу в очках. Покромче, Григенька, я глухая. Все. Когда солнце зимой, тоже весь год почти хожу. Да. Сейчас, кстати, будем проходить мимо моей автошколы, в которой я учусь. Видишь, она не вот у тебя, тебе хорошо, ты рядом с твоим домом буквально, а у меня, видишь, ну, через полгорода ехать. Это вот эта автошкола? Нет, вот за этим зданием, позади, мы сейчас будем мимо проходить. Я не знаю, что это за здание, надо почитать, что здесь. Классная тут тропиночка, деревянная. Что-то там. Я даже думала, что это моя автошкола. А это... Откуда ты знаешь, что похоронное бюро? А, да, Финебер. А это похоронное бюро, оказывается. Я сколько здесь ходила в эту автошколу, даже не знала, что здесь похоронное бюро. Так, а там моя школа, вот она. Вот где светофоры, вот сразу направо. И там моя автошкола. Если я не ошибаюсь, конечно, если это улица. Спрашиваю, как тебе суши? Понравились. Что ты для себя открыл? Понравились. Чтобы почаще встречаться, сходите. Чтобы суши покушать. Короче, Наталка заценила суши. Я тоже первый раз здесь попробовала, в Италии. Когда мы пришли как раз в этот ресторан, я здесь первый раз попробовала. Ну, попробуй, что за фигня такая? Мы же, ну, у нас на родине нет. Ну, тогда, когда я жила, не было суши. Сейчас не знаю, вот лично у меня там в городе есть. Может быть, уже появилось, потому что у нас там много всего хорошего пооткрывалось. О, так. Теперь Наташка говорит, надо, говорит, почаще встречаться, чтобы суши есть. Все, теперь не только я запавшая, теперь и Наталка запавшая на суши. Так, мы идем на базар, и вон прямо издалека видны вот эти палатки базарные. Мы идем туда. Сейчас первым делом сразу себе очки куплю. Бо солнце такое, а я без очков. Не взяла с собой очки. Дома, блин, зато обычно я... Там и вещи тоже будут продавать, или только... Там и вещи, да, обувь, да? Сумки, там все. Обычно у меня дома очки, и в машине дома очки на запас, если я дома забуду очки. А то машины очки, которые я забывала, одевала и приносила домой. И теперь в машине нет очков, все дома, блин. В машине нет, я сейчас буду очки покупать, мой муж будет злиться. Я столько очков, блин. Помнишь, когда мы здесь кружили, когда мы первый раз приехали? Ага. Когда мы еще по дороге походили, у нас тут все перекрыто, движение. Вот там шлагбаумы стоят. Машины не ездят, потому что у нас вот большой базар, вот наверху и еще там. Мы сейчас туда пройдемся, наверное. А, ква, профумы. Appena finito di mangiare, porco cane. No, solo canola siciliana, niente altro. È buono. Так, мы заходим в начало. И начинается. Вот идет налево базар большой, идет туда прямо и идет направо. Дорвались мы. Все по 10 евро. Вся обувь по 10 евро. Здесь это по 29. Штанишки. Собачка такая. Задницей крутит. Все из дерева, красиво. Курочки, совы. Так, сыры. Очков пока не держу. Ну, сейчас хорошо, сейчас солнца нет такого. Вон, кажется, можно и без очков.
Так, тут такие запахи, вам не передать, разные. Ой, носочки маленькие, детские. Такие прикольные, маленькие. Для новорожденных. Для телефона все. А, это из дерева, видишь, вот это вот всякие. Орех открывалки. Подушечки. На балочки для подушечек. Собачки. Кухонные приборчики всякие. А это что режет? Для чего? Для чего? Почему? Зачем? За что? А, тебе нравится это тоже? Украшение. Пошли, мы посмотрим, что это есть. Вот это самодельные, видать. Браслетики, часы. Да, смотри, какие тапочки прикольные. Да, они теплые, не теплые. Вот эти высокие такие бурки. И коврочки такие. Ага. Мерино. А? Лана Мерино. Си? Это бело. Кальде. О, Риво. Так, вот мой дядечка, который вечно охраняет мой Феррари, который я оставляю здесь. Вы уже хорошо знаете этот район, вот эта церковь павшим героям. Ах, какие тут запахи. А, вот это чембели. Наверное, парни, мальчики еще не хотят чембелу, они еще сытые. А ты сколько? Рогация ancora non vogliono чембела. Пончики только есть. Ну, чем пончики, да. Собачку увидела другую собачку. Встреча на Эльбе. Так, я прикупила к нам домой такие вилочки. Ага, не там подумать. В общем, вилки я купила. Домой 6 штук 5 евро. И мне для полного счастья осталось еще очки купить, потому что солнце. Красота. 18 штук. 10 евро, 18 евро такие кулоны стоят. Одежда. Аквариум, творечники, птички. Ой, красивые какие. Я хочу маску вот такого друга купить, такого 35 евро. Такого побольше. Так, догоняю своих. Где-то они там, покачи. Обувь. Нифига себе. Вот такие вот. Это паутины забиралки, паутины вытиралки, в общем. От паутин. Вот такие вот длиннющие. Наташа! Видела? Длинные какие. 10 метров, самая длинная, 10 метров. Это, наверное, у кого частные дома, чтобы с улицы, в общем, вытирать там. О, еще каштаны продают тут жареные. Картины. Давно я не рисовала? Рамочки. Бар не суна. Боже мой, что это? Это, наверное, спагетти измеряют, не? С дыркой. Бо. Наверное. Смотри. Пушина. Наверное. 5 евро. 5 евро такая стоит. Такой. Это кто, собачки или что? Или киски такие? Собачки.
Это что ли, что-то перец молоть? А, там совы такие прикольные. Кофе. И кофе тоже? Да. Таких молят. Я думала, только для перца. Джинсы по 10 евро. Опять вот батарея чистится. Да. 5 евро, видишь? Оно пощупать надо. Пощупать надо, ага. Слушай, они хорошо, он чистит. Ого, где ты? Если хочешь, хорошо. Сначала прочисти, а потом, чтобы от всего тряпочку намотала и туда засунула. 5 евро. У нас вот такие вот эти батареи. Они хорошо гибкие такие. Чистилки для батареи. Где там наши? Ну, чтобы мальчики наши не потерялись. Мужиков-то мы видим, а пацанов... А я их не вижу, кстати. Где Артём с Никитой? Валете? Си. Си, чембелла. Чембелла. Чембелла чоколата? Да. Да, прендо ее. Я голосую. И пошли сладости итальянцы. Чокола. Хлеба там, а сразу сладкие. Видовела фунт. Бульеттелла. А чоколата и лакрень. 2,50. Си! Сейчас мальчики, пацаны возьмут вот такие вот, вот такая вот чембелла с шоколадным Пури кремом. Пури панеттоне. Вкусно и привкусно. Ma non è già passato Natale. Какие-то светильнички с розовой солью, они тут сделаны. Много-много разных. Слушай, там огромная такая. Вот они там светятся, вот одна светится. Внутри. Прикольно. Так, все убежали вперед. И я побежала вперед искать их. День. Арива! Потеряли они меня. Потеряли. Вон тоже сладости слева, видишь, много там. И эти каноли. Кстати, это сицилийцы, видишь, зачете с челями. Там еще много их будет. Я пока еще перевариваю немножко. Обед. Так, это наш старинный костел, такой замок, как он, да, замок он, как его можно назвать. Вот ров такой был, видишь, тут все вода была вокруг этого замка. Мост с этой стороны и мост с той стороны. С той стороны там вход. Они должны были открыть. Не знаю, когда там приемные дни. Приемные дни. День открыт. Ну, наверное, сегодня закрыто воскресенье. Я хочу сюда приехать как-нибудь в город в будний день, пойти вовнутрь, посмотреть, что там. Там какая-то выставка или что, не знаю, что. Прикинь, какая тут глубина. Ну да. Чтоб враг не ворвался. Не перешел. Ну. Ну. Арина говорит, что тут даже... Элори, чего она такая аллигаторика? Арина говорит, что тут крокодилы даже плавают. Но? Марина. Но! Короче, это шутка, не было тут крокодилов. Это, наверное, не фантазия. Кудрили, пираньи. Это я, наверное, размечталась. Одноклассная. Так, вообще-то это справа наш центральный парк. Посмотрим тут памятник, мемориал. Сицилия, Тунисия. А, это когда... А тут год не написан. Да, 1943 год, когда освободили Сицилию американские солдаты. Наверное. Если я хорошо помню историю. Так. Опять мужики убежали. И Наталка там же. Это надо поближе подойти, чтобы почитать, что там написано. Сверху дядечка какой-то, а внизу тетечка к нему ползет, хочет достать его. А он стоит такой и говорит, ты меня не достанешь. Так. Чего-то только нет. Да, Наталка? Все, очков нету. Очков? Только очков нет, блин. Пока очки не могу. Чего? Вот очков нет, чего нет. Косметика тут.
даже есть, кайма всякие. Кстати, тут есть хорошие, слышно, толком? Что это такое? Тортик такой. Тортики такие. Маршмеллоу. Прикольно, как сделаны тортиками из этих сладких. А, маршмеллоу, короче, видишь, сделали, как они. Сколько такой стоит? 8 евро. 9 евро, а там еще дороже. Все. Арбузики. Сладости? Боже, сколько тут сладостей. Это, короче, это радость дантистов. Вот эти все корабельные, жевательные. Радость дантистов, зубодеров. Кстати, мы когда... L'unica cosa che non dovete utilizzare, ovviamente, quando pulite, quando lavate in lavatrice il prodotto, cioè in questo caso il panno, non dovete usare l'ammorbidente, perché è l'unica cosa che può danneggiare la fibra stessa. La prova più bella però la fate voi. Questa è sempre la confezione che ha scelto la signora che è andata via poco fa, no? Avendo le acquistate io l'ho fatto anche scegliere. Posso chiedere una gentilezza, signora, lei? Una piccola prova veloce. Tenga un secondo un attimo il panno in mano. È una cosa proprio veloce, non è impegnativa. Ora signora, mi dica una cosa, quando si compra un detersivo, questo detersivo...